Из зоны конфликта в эти минуты мы получаем сообщение с пометкой «Молния». О, кайри, Люлюшу. Моя. О, кайри, насай, о ней сама. Лунная призма. Надоел. Отстой. Что-то интересное. Я так больше не могу. На темной луне совершенно нечем заняться. Хрустальный Токио не захватили, Сейлор Мун сбежала. На темной луне энергетический кризис, а в моей постели постоянно оказывается изумруд. Хотя я предпочитаю плюшевых кроликов. Хочется чуда. Страна чудес, молочка. Нет! Вот придумал. Я тут на eBay новый кристалл заказал. Давай опробуем. Загадывай желание. Хочу Серенити. Сюда. Твое желание исполнено, принц. Кто пустил сюда Сейлор Мун? Она пробралась на кухню и жрет. О, любовь моя! Принц Алмаз, вам не кажется, что девочка еще несовершеннолетняя? А это маленькие кавайные девочки. Они как глянцевый журнал. Сверху прекрасный, а внутри... Статья! И вообще, теперь моя очередь загадывать желание. Загадывай! Хочу, чтобы принц Алмаз увидел во мне прекрасную женщину. Изумруд, ты сегодня прекрасно выглядишь. Ах, принц Алмаз, вы говорите это всем красивым девушкам. Да нет, девушкам я другое говорю. Кто я? Где я? И кто все эти люди? Есть охота. Принцесса очнулась! Все вон! Ваше желание исполнено. Подойди ко мне на колени, на мои. Алмаз, не надо, она же несовершеннолетняя. Мудрец, я тоже хочу загадать желание. Что тебе угодно, сапфир? Хочу, чтобы всем было весело. Ваше желание исполнено. Мужской стриптиз! Злодей, как ты посмел похитить мою прекрасную принцессу? А ты кто такой?
Я прекрасный воин в плаще и в маске. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я жвачка правосудия, прилипшая к вашему ботинку беззакония. Я черный плащ. Ну что за фигня, мудрец? Что за дурацкий кристалл ты на eBay купил? Кристалл пластмассовый, 5 баксов, да величайно. Ух ты, а что он делает? Как что? Желание исполняет. А можно я загадаю? Ну попробуй. Я хочу чудо какое-нибудь. Ваше желание исполнено. И где чудо? Усако, что ты опять загадала? По-моему, кристалл опять заглючило. А я знаю, почему мудрец молчит. Потому что я тебе папа. Не понял? Что это было? Кажется, мой кристалл взорвался. Ой, так у меня тоже есть кристалл с eBay. Давайте опробуем. Нет! Вот и сказочке конец. Кто видел, молодец. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым отаку урок.